Привет! Я хотел сделать несколько видео, рассказывающих о том, что весь мир является маской Бога, маской Вселенной. И поэтому каждая обычная бытовая вещь, которой мы занимаемся, она открывает нам какую-то глубокую тайну мироздания, того, кто скрывается за этой маской. Сегодня я хотел бы показать, какую тайну несет за собой вот этот девайс, и что в нем необычного. У тебя 10 секунд, подумай о том, что это может быть. А я пока его использую. Я думаю, урок нам здесь следующий. Весь кач в этом мире, вся прокачка человека, вся духовная прокачка идет только за счет собственного веса. Все, что делает человек в течение жизни, это он поднимает свой собственный вес, поднимает свое тело до духовного уровня наверх. Второй урок, это что сделать он это может только сам, и единственный, кто это может сделать, это только сам человек. То есть никто другой не может помочь вам достичь совершенства. Это может сделать только сам человек. Невозможно повлиять на другого, невозможно заставить его и объяснить ему, что нужно быть лучше, что нужно достичь чего-то большего. Это может сделать только каждый сам отдельно, но тем, что он изменит себя, тем, что человек меняет себя, он сможет повлиять и на других своим собственным примером. И так говорят наши мудрецы, если ты поднимаешься сам, ты поднимаешь с собой весь мир, ведь ты часть этого мира. Второе, и мне кажется, это одно из самых мощных высказываний наших мудрецов, звучит оно следующим образом. Если не я за себя, то кто за меня? Если я только за себя, что я? Если не сейчас, то когда? Первая часть этого высказывания говорит нам именно об этой идее, что заняться собственным совершенствованием, собственным уровнем могу только я сам, и поднять себя могу только я. Вторая часть – это что, когда ты это знание, умение и уровень приобрел, ты обязан им поделиться. Если я только за себя, кто я? Если ты не можешь дать это наружу, то ты как бы снаружи выглядишь как мертвый объект. Ты должен этим поделиться, поэтому делитесь этим видео. И если не сейчас, то когда? Если не сделать это действие по развитию сейчас, то когда ты еще можешь это сделать? Нельзя откладывать на завтра, нужно делать все сразу, нужно быть расторопным. Делитесь этим видео, чтобы у вас все было хорошо, и у тех, с кем вы поделитесь, тоже все было хорошо. Сделай себя!